Ребята, всем привет! Вышла на улицу первый раз в выходные. Нужно сходить до магазина на улице. Такая вот красота. Все тает, плюсовая температура. Кажется, что не зима наступает, а весна. На улице, с одной стороны, хорошо, то, что тепло, тихо, спокойно. И с другой стороны, нехорошо, потому что вот эта слякоть, гололед сейчас к вечеру будет. Муж поехал перевозить вещи с гаража в наш новый дом. Попросил друга, у него есть грузовик. Вот они загрузили полный грузовик вещей и поехали. На дороге, конечно, тоже просто атас. Вот такие вот делишки. Пахнет вообще так вкусно дождем. Вообще так хорошо. Ну, ночью, конечно, будет очень опасно ездить по таким дорогам. Это сегодня мы перевозим вещи из гаража, ну, часть, а завтра уже будем перевозить все необходимые вещи. И, скорее всего, ночевать будем на новом месте. У мужа сегодня вообще такой трудный день и насыщенный. Трудный в том плане, что его вчера ночью вызвали на работу. Хотя он этого не ожидал. Он должен был идти в отпуск, но оставалось, ну, буквально первого ему идти в отпуск. Он уже нормально заработал часов, но выполнил норму. Но его все равно вызвали среди ночи, и он не спал. И утром приехал, его тоже никто не дал ему поспать. В общем, дети пищали, орали, бегали, я работала. В общем, не удалось ему поспать, а после обеда он поехал уже перевозить вещи. Так что бедный мой муж ездит с красными глазами. Но ничего, скоро мы переберемся, все, дай бог, и выспимся. Я тоже бы решил стать блогером. Вот, в общем, такие дела, выигрыш. Вот полная. Полная машина, грузовик впереди, полный кузов. А тут салон полный хлама. Везем наш дом, наш будущий гараж. Спасибо друзьям за помощь. Не знаю, куда это все там расталкивать, конечно. Но ничего, мы справимся.